Lesson 5. Today we're going to learn different conversations at the train station. Let's start. Train station. Вокзал. At the train station. На вокзале. Завтра я собираюсь поехать в Санкт-Петербург. Завтра я собираюсь поехать в Санкт-Петербург. Tomorrow I'm going to St. Petersburg. О, здорово! Это очень красивый город. Как ты поедешь? О, здорово! Это очень красивый город. Как ты поедешь? Oh, great! It's a very beautiful city. How do you go? На поезде. Билет недорогой. На поезде. Билет недорогой. By train. The ticket is not expensive. Как долго планируешь там оставаться? Как долго планируешь там оставаться? How long are you planning to stay there? 3 дня. Я просто хочу посмотреть архитектуру города и сходить по магазинам. 3 дня. Я просто хочу посмотреть архитектуру города и сходить по магазинам. 3 days. I just want to see the architecture of the city and go shopping. Отличная идея. Желаю хорошо развлечься. Отличная идея. Желаю хорошо развлечься. Excellent idea. Have fun. Спасибо. До встречи. Спасибо. До встречи. Thank you. See you. And now only Russian version. Завтра я собираюсь поехать в Санкт-Петербург. О, здорово. Это очень красивый город. Как ты поедешь? На поезде. Билет недорогой. Как долго планируешь там оставаться? 3 дня. Я просто хочу посмотреть архитектуру города и сходить по магазинам. Отличная идея. Желаю хорошо развлечься. Спасибо. До встречи. Next dialogue. Ticket office. Билетная касса. Один билет до Петербурга, пожалуйста. Один билет до Петербурга, пожалуйста. One ticket to Petersburg, please. Билет туда и обратно? Первый класс? Билет туда и обратно? Первый класс? Return ticket? First class? Билет туда и обратно. Второй класс. Билет туда и обратно. Второй класс. Return ticket. Second class. На какой день? На какое время? На какой день? На какое время? For what day? For what time? На завтра. На утро. На завтра. На утро. For tomorrow morning. Вот ваш билет. Поезд отходит в 7 утра. Вот ваш билет. Поезд отходит в 7 утра. Here's your ticket. Train leaves at 7 in the morning. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Thank you. Goodbye. And now only Russian version. Один билет до Петербурга, пожалуйста. Билет туда и обратно? Первый класс? Билет туда и обратно. Второй класс. На какой день? На какое время? На завтра. На утро. Вот ваш билет. Поезд отходит в 7 утра. Спасибо. До свидания. Next dialogue. In the train. В поезде. Доброе утро. Ваш билет, пожалуйста. Доброе утро. Ваш билет, пожалуйста.
Good morning. Your ticket, please. Доброе утро. Вот, пожалуйста. Доброе утро. Вот, пожалуйста. Good morning. Here, please. Поезд опаздывает на 20 минут. Поезд опаздывает на 20 минут. The train is 20 minutes late. Спасибо за информацию. Я должна предупредить друга. Он будет ждать меня. Спасибо за информацию. Я должна предупредить друга. Он будет ждать меня. Thanks for the information. I have to inform my friend. He will be waiting for me. And now only Russian version. Доброе утро. Ваш билет, пожалуйста. Доброе утро. Вот, пожалуйста. Поезд опаздывает на 20 минут. Спасибо за информацию. Я должна предупредить друга. Он будет ждать меня. Time for useful information. Going to do something. Собираться что-то сделать. Now we're gonna learn phrases with going to do something, like I'm going shopping, going to stay, and so on. Listen and memorize. And now the examples. Я собираюсь поехать. I'm going to go to. Я собираюсь погулять. I'm going for a walk. Я собираюсь спать. I'm going to sleep. Я собираюсь есть. I'm going to eat. Я собираюсь работать. I'm going to work. Я собираюсь уйти. I'm going to leave. Я собираюсь остаться. I'm going to stay. The end of lesson 5.